Мы здесь, чтобы сказать тебе, что Бог любит тебя. Он сильно любит тебя. Но к Нему можно прийти только на Его условиях. Божьи условия, чтобы прийти к Нему, это Иисус Христос, потому что Он единственный путь к Богу, потому что только Он истина, и только Он жизнь. Если хочешь иметь настоящую жизнь, приди к Христу, потому что Он есть единственный источник жизни, и только в Нем жизнь. Просто приди к Нему и скажи: Иисус, верю в Тебя, верю в это, что Ты сделал на кресте Голгофы. Я верю, что Ты умер за все мои грехи, и что Ты воскрес, что Ты победил смерть. И сейчас я прошу Тебя, приди в мою жизнь. С тех пор Ты мой Господь и Ты мой Спаситель. Я верю Тебе, я доверяю Тебе. Я хочу Тебе сказать, что в кресте Христа Твое исцеление и освобождение, независимо от того, чем Ты страдаешь сегодня, независимо от того, с какой болезнью Ты борешься. Может быть, Ты связанный алкоголем, может быть, Ты держимый наркотиками. Есть свобода, есть освобождение во крови Иисуса Христа. Аллилуйя. Приди к Нему сегодня, попроси Его, приди в мою жизнь. Иисус, я верю в Тебя, Ты Господь, Ты Спаситель, Ты мой личный Спаситель, Ты мой личный Господь. Прими Его жертву, если Ты придешь к Нему, у Тебя будет жизнь, Ты пройдешь ze śmierci w żyzni i moment Twojej fizycznej śmierci to będzie tylko wchod w wieczność z Bogiem. Wchod w wieczność z Bogiem. To bardzo proste. Każdy rybionek może to przyjąć. Halleluja. Stań jak rybionek. Przyjdź k Niemu. Skaż: Jezus, Ty mój Gospodź. Ja wierzę Tobie. Ja chcę Tobie. Halleluja.